Кушай, кушай, мой, кушай, кушай. Ой, молодец какой. Кушай, кушай. Угу. Ой, 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 ой. Иди, 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 иди. Так, быстренько показываю. Значит, это вишня у нас. Это вишня у нас 3 года. Вот. Вот такие маленькие ягодки у нее. Вот тут, вот тут. Вот тут ягодка. Тут ягодки. Но они совсем маленькие, они не успеют налиться, их сдолбит дрозд. Вот, их не так много. Я показывала предыдущих, там можно посмотреть видео. Вот. И вот еще у меня тут поросль целая такая. Она тоже цвела, но на ней нет ягодок. Но она усиленно так тоже цвела, вот эта поросль маленькая. А так вот она уже огромная. Там в предыдущих видео будет видно, где я ее сажала, какая она прям была, прям вся-вся в цвету. Вот она прижилась, и вот такие ягодки нам дала. Ну, ягодки, конечно, маленькие, дикушечки такие. Вот такие дикушки. Но это уже хорошо, уже хорошо. Пускай дрозд ее сдолбит, но мы знаем, что у нас будет теперь в следующем году очень хорошо. В этом году надо ее подрезать, подкормить, и будет у нас много-много вишни в следующем году. Вот такие две маленькие. Я обалдела даже, ничего себе. Вон такая. Сегодняшний улов с этих вот двух грядочек. Грядочки маленькие. Совсем здесь вот раз-два, раз-два. Вот такой контейнер с крупненькой. Очень вкусная сладкая клубника.